разбираем свои вещи. Спасибо. Идем поселяться в новый домик. Всем привет! Сейчас начинаются наши 24 часа в домике на дереве. Обалденно круто, мне аж очень не терпится. Домик на дереве, парт 2. Это вообще новый домик на дереве. Мне очень не терпится посмотреть, что там. Он очень крутой снаружи. Let's go. У нас соседей вообще нет. Мы живем посреди поля, у нас только озеро. Сосед наш только гелик будет. Мы его на всякий случай закроем, а то мало ли. Тут ключи закрыты вот в такую штучку. Нужно ввести код. Вот ввели код. Открыть. И вот он ключик. Идем поселяться. Вот это красота. Два уровня, как будто бы два дома на дереве. Но мне кажется, он должен быть очень комфортным. Да. У нас две комнаты. Короче, здесь у нас терраса с видом на озеро. Сапоги. Сапоги, чтобы ходить по болоту. Все верно. Открываем. Сапоги. Итак, я первый перехожу на другую сторону. Мы все вместе идем. Тут очень круто, очень красиво, очень необычно. А пахнет как в бане деревом. Вот да. Чувствуете этот аромат? Так, разуваться? Можно, я думаю, чтобы болото не разносить по дому. Да. Даже резиновый коврик для обуви, смотрите. Мы взяли свою обувь. Вот, где-то. И что, и что? Я не помню, я сюда это ставлю. Вот моя обувь. Вот моя обувь. Где-то в твоей Макс, сумке. Это моя. Так тепленько. Так комфортно. А, еще одна терраса у нас. Смотрите, у нас еще одна терраса. Вот можно сидеть себе, смотреть. Она такая крутая. Так, готово. Все, мы уже в домашних уютных тапочках. Да. Готовы вам показывать муртур. Так. Если нам будет скучно или как-то так не очень уютно, мы можем вечером разжечь камин. Очень прикольная штучка. Посмотрите на эти дрова. Вау, это одна дровяняка будет целый час гореть. Это у нас гостиная и кухня. Обеденный стол, правда, стол для двоих только, да? Приходим. Давай кухню рассмотрим. Если мы захотим, мы здесь можем даже целого индюка зажарить. Стой, что? Стой, я вижу какую-то комнату тут. А, да, это туалет. Мне интересно, кухня, а дети уже куда-то побежали. Тут туалет, да. А вот откуда тепло идет? Горячо. Ага. Прям кипяток, осторожно. Так, интересно, ну что вы? А столик какой, а? Подставка вот эта, смотрите, деревянная. Это необычно же, где ты такое еще видела? Это из камня. А теперь пошли дальше. Вода есть вообще? Пожалуйста, на дереве у нас вода идет. Наверное, даже и горячая. А, здесь пароль, да, здесь нельзя. Ну, прошу, давай, смотрим, что же там. Это вторая часть нашего домика. Ванная? Тюрет вот с клюшкой. Так, стоять. Ванная. Вау. Кровать. И кровать. Но есть одна проблемка. У нас столько здесь света. Я черт. Окна. Там огромные. Тут два маленьких и еще на потолке. Там вода, видимо. Ну и птичьи какашки. Но все равно, это очень круто. Только, знаете, дети, вы проблему не заметили здесь? Смотрите, одна кровать. Даже лебеди. Как в турецких отелях. Да. Здесь все обалденно круто, но... А что тут? Тут одна кровать. А, это ваша спальня. Но тут... Это вот эта проблема. Здесь одна кровать. Ну что? Кто-то будет спать в гостиной на диване. Да. Я чур тут. Этот кто-то будет папа. Этот кто-то будет я. Катя на диване может спать. Катя, обычно что выбирала такие вот места. Ванна, кстати, где-то у нас было, а не в домике или на дереве в другом? У нас была точно такая же ванная металлическая. Стой, один минус. Что? Это не отдельная комната. Да. Все могут видеть, когда вы валяетесь. Это, короче, я понял. Это домик для влюбленных, для двоих людей. Yes. А не для семи на четырех человек. А то нам придется уже когда тут тесниться. Я не хочу отсюда уходить. Так мы не уходим, мы здесь живем 24 часа. Так, люди, у меня есть идейка. Так что достанем это, и я тут буду спать. То есть Катя будет жить в комнате пылесоса. Вот подушки, Кать. Настилаешь вот те подушки вот туда, под кровать. И можно там спать? Как тебя вытянуть? Я буду тут спать. Хорошая зима. Кто-то на полочке, кто-то тут, под кроватью. Я под кроватью. А реально можно же в гостиной на диване? Раз, два, три, четыре. Вот твой матрасик. Вот он, поехал. А ну скажи, как тебе? Это Гучка там должна спать. Да, надо было брать Гуч-Гуч нашу. Окей, еще, окей, еще. Окей, правда. Тут достаточно прохладно. Главное. О, Катя вся поместилась там. Тут еще больше места. Супер, короче, я здесь, Макс там на полочке. Кстати, минус, что солнца много. Да. Прямо жарко. Очень мало солнца. Мне
Прям такое солнце. А что... есть маска для глаз? А мне перфекто. А шторка тут должна быть. Опа. Поднимай вторую. И вверху защелки есть. Видишь? Есть один. Есть два. Отлично. Верхний свет. Верхний свет, к сожалению, мы не можем закрыть. Так, все, люди, у меня есть перфекто идейка. Вот. Какая? Руки, идите сюда. Ну идем, посмотрим, что там за идейка у Кати. Осторожно, голова. Тут так тепленько. Слышу, тут есть дурака. Карты, это называется карты просто, да. Вот чем заниматься, нам же тут надо целый день проводить. Тут даже есть Wi-Fi, я где-то видел роутер. Смотрите, какие чашечки. А, это они вверх ногами. Смотрите, какие клевые чашки тут. Вау. Зайцы всякие. Вот мое одеялко. Ага. Вот тут будет мое подкрывало, чтобы на нем спать. Так. И потом вот моя подушка. Смотрите сюда. Я вам нашел, закрывать! Где спать. Идите сюда. Опс. Чересчур. Сейчас разберемся. Я не буду тут. Да ничего я не сломал. Мама, он не сломал. Ага, тут связано. Надо развязать, получается. Посмотрите, эта кровать еще больше, чем та, что наверху. Она просто огромная. Я чуть сплю наверху. О, ты знаешь, я могу даже здесь. Это супер кинг-сайз. А я все еще под кроватью. А я наверху. Ну что, мы нашли, где жить, показали вам Муртур. Теперь давай покажем, что мы с собой привезли, чем мы тут будем питаться и заниматься. Мне надо показать мою кровать. Мы уже видели. А что ж там показывать? Там, мне кажется, взять вот эту подушку, поставить туда в дырку и все, и больше ничего не поместится. Идем, я покажу вам. А продукты как, кто будет раскладывать? Мы, а Катя будет, может, спать. Что Окей. тут у тебя? Так, ага. Мне не надо этот матрас. Кать, мне кажется, нам достаточно места. Там тебе тесно будет. Не тесно. Много вот места. Два человека здесь, два человека внизу. Нет, тут один человек. Папа спит на диване, и Катя тут. А один человек это мама здесь? Нет. Окей. Жулик. Это наш Можешь маленький сказать, сыночек. Кто? Кать, тебе там... А там длинное. Я думала, это короткая нора какая-то. Оно длинное. Короче, все, Катя 100% может спать тут, я уже успокоился, там действительно так много места. Мягко и удобно. Идем продукты распаковывать, и, может, что-то перекусим, а? А вы знаете, вот с прошлого видео, кто смотрел, как мы сюда ехали? Сейчас мы выезжаем в крутейший отель, на крутейшей тачке. Так, мы сегодня стараемся питаться здоровой пищей, никаких джанкфудов, этих фастфудов. Пожалуйста, хотя бы тут. Поэтому идемте распакуем, посмотрим, что мы с собой привезли. Ну там не все прям супер-супер хелси, то есть не только одна морковка, что-то вкусное тоже есть. Пока! Максим, look, it's actually really comfy in here. А, класс. Ты не дышишь пылью? Нет. Кать, мне кажется, если там спать, то надо туда ногами, а Я голова, чтобы была ближе сюда, к выходу. Вы на мою голову наступите. Так, каждый разбирает свою сумку и Нет. вместе разбираем продукты, окей? Да. Потому что кушать же будем вместе. Вот у нас есть попкорн, это как на десерт. Так, это мои физалисы. Это наш завтрак. Это мои физалисы. Кстати, а холодильник тут есть, чтобы физалисы эти всякие ставить? Мне кажется, вот это он. Вот физалис, можешь сразу... И молоко есть. Молоко, отлично, бритиш. А это что? Ничего. Бритиш молоко, как раз хлопьям нам нужно. Я не уверен, ли мы хлопья там взяли. Там лед. Я не уверен, ли мы взяли молоко. А что там? Там, наверное, ничего. Там, может, какая-то химия, да? Окей. Вот это я не знаю, зачем я... Это по ошибке. Как-то оно попало в сумку, я даже не знаю, что это и зачем. Я думала, вы говорили, хелки будет. Так я же говорю, это ошибка. Это надо будет выбросить просто. Тут компуча! Это полезные напитки газированные, без сахара. Yes. Это можно пить. Это тоже случайно. Ну, это, наверное, на завтрак тоже оставим. Это сегодня мы питаемся полезно, а на завтрак уже можно будет покруассанить. Очень случайно. Вот. Еще более полезные напитки. Yes, я... Но это вкусно, реально. Это очень вкусно и очень полезно. Натуральный коконатовый сок. Вот еще один полезный напиток. Еще один, ну правильно, каждому. Да, так, дальше, твоя давай. Папайя. Это моя любимая папайя, это будет мой завтрак. Я почищу и прям целиком съем. А вот это мой любимый арбуз. Это можно даже вечером, можно прям сейчас освежиться с дороги. Хотите? Нормальная еда закончилась. Помидоры. Вот всякие голубички, гранат. Черешни. Есть. Это гранат. Не, манго.
Это манго. Кстати, манго придавленное, поэтому его надо срочно съесть. Оно долго стоять не будет. Так, вишня, вы малинка, голубичка. Да, вы черника. На плиту складываете. Это не черника. Это... А мы же готовить не будем. Включится. Это не черника. Как это? Ежевика. О, это кстати, мелкая такая. Кто знает, что это? Это дыня. Это какой-то вачслу. Это цикорь. Артишок. Артишок это? Вот все окей, но как есть вот это? Просто будет. Сбежали! Короче, все ок, артишок, мама, ты нам приготовишь как-то? Потому что я не знаю, что с ним делать. А все остальное начинаем. Давай, с чего начнем? С у меня сумки потекли. С моего. А, сумки? Ну, у меня тут что? У меня тут просто пижама в моей сумке. Excuse me. У меня тут sleeping bag. Не знаю, почему он тут. Макс, можно мне sleeping bag? Я не знаю, почему он тут. А я буду спать на люхури. Да и тогда sleeping bag. У меня пижама. И фонарь. Это ночью ходить, медведей пугать. Макс, мне надо фонарик, чтобы... Не знаю. Ладно. Я до потолка достаю. Следующее у меня... Так, следующее я. Катя. Я уже все сделал. Потом у меня есть эта разноцветная одеялка. Я его уже достала. Потом у меня есть шашки. Шашки? Шашки. А как правильно называется игра вот эта, Катя? Шашки. Шапочка. А, нет. И потом моя любимая пижамка ангела. И что, ни одной игрушки? У меня есть Катя и чашки. Чашки? Это шахматы. Шахматы, Катя. Чашки. Чашки это вот. Шашки. С пингвинами всякими. Со зверюшками. Ну, короче, мы вам все показали. Рум-тур показали, вещи разложили. А теперь отдыхать. Зачем мы сюда приехали? За отдыхом. Да. За тишиной. Послушайте эту тишину. Никого нет. Только мы. Поэтому отдыхаем. Не знаю, когда включимся. Может, когда будем что-то жевать. Может, что-то когда играть. Я иду под кровать. Там достаточно. Может, поиграем во что-то? Да. Прятки. Может. Давай. Вы, только я не знаю, где здесь прятаться. Здесь а мама. У меня есть 1000 hiding spots. Давай для начала просто поваляемся, поотдыхаем. А потом всякие вот эти ваши прятки и так далее. Я приехал на отдых. Я вам быстренько сделаю маленький рум-тур в моей комнате маленькой. О, все, всем пока. Уже третий раз. Ну и что? Пусть я она... иду на мою кровать. Главное, что тут Wi-Fi есть. Что еще надо для отдыха? Тишина и Wi-Fi. Так, дети, я не знаю, вы как хотите, но я хочу на отдыхе принять ванную, поваляться так полчасика, час. Это моя кровать. Кровать я вам не запрещаю валяться, но я хочу в ванную, поэтому освободите помещение, я буду набирать себе воду. Ванна. И... Ух ты, напор! О, ванна. Так, все, кэш, я здесь до заката буду лежать и смотреть на птичек. Не так что... Ну, найдите себе что-то там на кухне. Там куча еды. О, романтика. Жаль, дверей даже нет, закрыться. Не ходить сюда. Итак, чем обеда твой? Ну, давай с луксами. Да. И с коконатом. Кокос. Да. Кокос, да. Кокос. Фрукт-лупс. Они в пакетах? И они огромные. Все, бей! Да. Что, это сахар? Да. Экстра сахар. Okay. Так мало. Нам надо где-то 5 этих. Давай еще по одной. Да. Стой, тут только 2 осталось. Ну и ладно, отлично. Как раз для нас. У тебя что-то больше? Ой, ну, один упал. Это ну ладно. Пусть себе папа купается, поет, а мы будем обедать. Стой, у меня есть стейк. Ну. Да. Ну ладно, ты можешь делать. Но я не буду портить мои фрукты. What? What? Невозможно. Сори. Это было обалденно. Как вы пообедали? Хорошо. Вы завтрак съели наш. Это не завтрак. Хлопья на завтрак. Ну, это... Круассаны на завтрак. Да. Ладно. Так, тогда ужинать будем папайей и арбузами. Окей. Я хоть малинкой перекушу. Ну что, поели? А хотите поиграем в прятки? Только я не знаю, может один раунд, а тут особо негде прятаться. Чурня. Папа ищет. Папа ищет. Хорошо. Где мне искать? Ты считай тут. Окей. Я считаю в уголке. Или вообще в туалете? В туалете, да. Все, я пошел. Хотя нет. А. Там
по волке, хотя на улице, на террасе, а то, то, может быть, мы спрячемся в туалет. Так я могу смотреть из окна. Давайте придумайте, где мне... Там! Вот тут? Да. Все. Идеально. Окей. Я считаю до пяти. Не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять. Окей. Я могу спрятаться, я уже придумал. Когда я тут спал, я заметил, можно прятаться за ванной или нет. В Катину кровать. Окей. Паутины нет. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Так, у меня минута вас найти. Минута быстрая, мало сильно минута. Ну и спокойно, не спеша. Так, где же все спрятались? Может быть, под диваном? А может быть, вот здесь в холодильнике кто-то залез? Никого там нет, только молоко. Так, где в душе, в туалете? Может, кто-то тут сидит? Может, кто-то кот подобрал, сюда залез? О, здрасте! Ты очень хорошо спрятался, молодец! Я тебя почти не мог найти, это было очень сложно. Привет, молодец! Я же говорил, дом несложный. Точнее, очень сложный, чтобы спрятаться. Но несложный, чтобы найти. Где же Катя? Я даже не знаю. Давай-ка я пойду на второй этаж посмотри. Может, она где-то там. А ну-ка, может, она в ванной спряталась? Нет ее в ванной. Может, она за ванной? Нет ее за ванной. У нас еще осталась кровать, где Кати нет. В подушках точно нету. Может, она в кладовке? Тоже Кати нет. И под кроватью тоже Кати нет. Ну я не знаю, я сдаюсь. Это контент для возраста 3+. Кать, я сдаюсь, можешь выходить. Я не нашел тебя. Я не нашел Катю, но видел. Давай, выходи, Катюха. Катя там удобно, пускай сидит. Ну нет, что ж, нет. Мы разместились, поиграли, пообедали, покупались. Но я, честно, даже не знаю, что еще тут показывать. Ну, может быть, не знаю, закаты тут местные, рассветы. А, мы же издалека не показали, как мы выглядим на террасе. Сейчас исправим. Я дрон не взял. В прошлом домике на дереве я дрон угробил. А, да. Да. А сейчас придется маме летать где-то здесь вот вокруг домика. И прыгать. Прыгать. Тут даже не холодно. В принципе, комфортно, да. Но если долго здесь находиться, надо одеться. Так что, будем просить лайк и будем уже отдыхать? Или покажем еще вечером этот домик? Не важно. Конечно, покажем вечером. Okay. Отдыхать. Может, вот все, закончим видео и все, и полный отдых. Ладно. Ну, ладно. И да, это не реклама, надо говорить, нет? Какая реклама? А что мы говорим, какой-то домик на дереве? Найдите домик на дерево где-то в Англии. Какая это может быть реклама? Ну все, всем пока-пока, с вас лайк. А мы идем отдыхать. Это будет самый реальный отдых. Все эти Турции, отели, это все не то. Вот отдых здесь. И тишина. Еще одно развлечение, мы пошли на остров. Тут водопад! Вау! Вот, смотрите, водопадик у нас, свое озеро. Красота! И посмотрите, ничего. Наш дом на дереве, гелики, мы, и все. И только вот такой...